Всем привет, я Осмий, и это начало нового сезона на моем канале. Очень надеюсь на вашу поддержку и постараюсь сделать для вас более качественные видеоролики. Как всем известно, большая их часть была записана на сервере LastCraft. На нем очень много режимов, постоянные обновления не заставляют нас долго ждать. Почти каждый месяц появляется что-то новенькое и необычное. И именно поэтому многие и остаются на нем, в том числе и я. LastCraft не всегда был таким, каким мы его знаем. Это было обычное выживание без лобби и мини-игр. Вы мне не поверите, но донат, привилегию можно было купить только по скайпу. Не было ни сайта, ни форума, ничего. Спустя некоторое время у сервера появилось лобби и много мини-игр. Пожалуй, многие из вас запомнили Last именно таким. Много возможностей, очень большой онлайн. Узнаете это меню? Очень знакомые игры: Vampyr Z, Прятки, Битва мотыгами, Hide and Seek и остальные. То самое выживание, которое мы запомним навсегда. Мы покупали товары по табличкам и продавали их таким же способом. Приватили топориком и делали домики у спавна. Появились определенные привилегии, очень похожие на те, которые мы знаем. VIP, Premium, Diamond, Emerald и Lord. Майнкрафт обновлялся, но мы не хотели качать новые версии. Мы привыкли. Но LastCraft всегда был за обновление и очень изменился. Обновления коснулись и версии игры. Из-за полного перехода на новую версию онлайн Ласта очень упал. Привилегии изменились, их стало меньше. VIP и Premium объединили в Gold. Вместо Лорда появилась Магма. Таблички до выбора игр уходили в прошлое. Появились NPC, которые мы видим и по сей день. Очень удобно заходить на лобби и режимы. Не так ли? Безусловно, LastCraft пережил большое количество изменений. От обычного выживания до большого лобби со множеством режимов. Он обновляется и в дальнейшем порадует нас новыми режимами. Если вам понравился формат этого видео, обязательно поддержи меня лайком и напиши комментарий под этим видео. Хочу пожелать вам удачи. Всем пока-пока!